Сейчас хочу рассказать, как установить правильно NC-Layer. После установки NC-Layer у вас выходят разные проблемы. Просит установить модули. Модулей очень много в NC-Layer. Это модуль КНП, модуль ESF, модуль для госзакупа, модуль для ЕГОВ. Ну, для каждого сайта, где вы будете использовать электронную цифровую подпись, там будет у вас спрашивать установить модуль для NC-Layer. Так, в первую очередь покажу, как установить NC-Layer. Для этого заходите в сайт pki.gov.kz. После нам нужно выбрать операционную систему. Как узнать свою операционную систему? Вы можете зайти в мой компьютер. Если у вас нету мой компьютер, то здесь пишите просто этот. Этот компьютер. Нажимаем правую кнопку мыши и нажимаем свойства. Здесь видим, у меня 64-я разрядная операционная система Windows 10. Получается, мы должны установить NC-Layer для 64-й разрядной системы Windows 10. Если у вас Linux, Mac операционная система, то вы скачиваете вот эти. Ну, думаю, с этим вы разберетесь очень легко. Дальше нажимаем один раз. И у нас скачивается программа NC-Layer. Чтобы установить, нажимаем один раз, кликаем. Дальше нажимаем «Далее». И NC-Layer установится. Нажимаю «Перезапустить», нажимаю здесь стрелочку и вижу иконочку NC-Layer. Нажимаю правой кнопкой мыши и захожу «Управление модулями». Когда вас просят установить модуль КНП, то вы ставите здесь галочку. Если нужно будет вам войти в модуль «Государственный закуп», то выбирайте здесь галочку. Если вам нужно будет сдавать электронный счет фактуры, то выбирайте вот этот модуль. Поэтому выбирайте подходящий модуль, где вы на каком сайте будете работать, зависит от этого. Там будет вам указано, установите модуль ES казначейство клиент. Тогда вы выбираете ES казначейство клиент. Модуль SFD. Ну, смотря вы где будете работать. И после как выбрали, просто нажимайте установить модуль. И никаких проблем не будет. Дальше нажимайте «Перезапустить». Все запущен. Снова правой кнопкой мыши и управление модулями. Проверим. Модуль «Государственный закуп» установлен, да. Установлен, да. Модуль «КНП» установлен, да. То, что мы выбрали, ставили галочки, все модули теперь установлены. Теперь можете спокойно работать. NC-Layer исправен.